Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, она в воронке стоит. Понятно. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Светлану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Светланы поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Мы приветствуем Светлану, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она приветствует, доверит, она показывает подключки все свои. Хорошо. Что там видно? Ты говоришь, воронка, да? Воронка в ногах и подключка у нее рептилоидная есть. Хорошо. Значит, делаем тогда следующим образом. Я даю команду на счетре. Эта воронка отключается полностью вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, если таковые есть, выходит из биополя Светланы и отправляется в клетку-тюрьму. Вышла воронка. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Светланы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Светланы, находит все. К воронке демон пришел. Демон. Хорошо, какой демон? 12. Хорошо, дальше. Дальше инсектоид, рептилоид. И? Вышли грей, 2. Репти, 2 грея. И спрут на голове. И спрут. Еще кто-то? Итак, у нас воронка с демоном 12 герцовым, инсектоидом, рептилоидом, 2 греями и спрутом, правильно? Да. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Я даю команду сканеру. Сканер, просканируй сейчас Светлану. Отключи полностью всю конструкцию рептилоидов и греев до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора и подключки. Выходит это все, вся конструкция вместе с сопутствующими энергиями. И как выйдет, отправляю ее в клетку-тюрьму. Они в области шеи, как мясорубка установлена. Только она крутится в другую сторону и вытягивает из нее все. Сила, желание, энергия. Рептилоид с греями. А что это такое вы устроили здесь за беспредел? Вам непонятно, что нельзя делать такие вещи? У вас есть разрешение на эту деятельность? Рептилоид и греи? У вас есть контракт с ней? С ней нет. Если у тебя нет с ней контракта, значит, ты здесь находишься незаконно в ее биополе. Это значит, что она полностью имеет право тебя и всех этих твоих 2 греев вместе с конструкцией скинуть в галактическое ядро. Я надеюсь, тебе это понятно? Говорит, что у нас контракт на все биороботы и не с ней. На все биороботы у тебя контракт. Это значит, включительно меня и Веру. Если у тебя на все биороботы есть контракт, значит, включительно нас? Ты вообще в своем уме? Он говорит, что правительство договаривается, не мы. С кем договаривается твое правительство? Со мной никто. Человекообразными. У нас нет ни одного человекообразного на Земле, который имеет право за все человечество отвечать и заключать какие-то контракты. Если кто-то вам дал это разрешение, вы имеете первое право, в первую очередь, войти в него самого. Я тебе свое согласие не давал. Точно так, как и Светлана тебе не давала своего согласия. Сколько вы находились в биополе рептилоид с греями? 13 лет. Вышла эта мясорубка. Отправляем ее в клетку-тюрьму. Я даю команду тонкой копии Светланы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Одновременно выстраивая канал к воронке демона и конструкции рептилоидов с греями. Даю команду тонкой копии Светланы произвести отчуждение. Все чужеродные, патогенные, низкоабрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Светлане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сколько спрут находился в этом биополе? 3 года. Инсектоид, сколько ты находился? 4 года. Хорошо. Демон, что с твоей воронкой, почему она здесь, и почему ты здесь? Объясни мне. Крутит он, крутит воронку, притягивает все с нее. Что именно ты притягиваешь с нее? Апатию, негатив, пустоту. Это она эти энергии сама производит? Или это под действием этой конструкции? Она себя так ведет? Она пустая. Объясни, пустая в каком смысле? Нет энергии или чего-то другого нет? Энергии и остального.
Что она есть, ей хватает только на пустоту. Сколько ты находился в ее биополе, демон? 4 месяца. 4 месяца. Хорошо, пока идет реверс энергии, даю команду сканеру. Сканер, просканируй Светлану на полноту души. 92%. Хорошо, 8% уже не хватает. Реверс закончился. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы, и в порядке реверса Светлана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли. До последней капли возвращает Светлана себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Частички тоже возвращаются к ней, как из мясорубки. Хорошо. Биоматериал возвращается. Радость вместе с этим. У нее нет источника радости. Готово. Сканер, просканируй, сколько сейчас полнота души Светланы? 100. Отлично, 8% украли Греи с рептилоидом. Хорошо, Греи, на кого из вас устанавливать эту конструкцию с мясорубкой в горле? На вас или на рептилоида? Ни на кого. А почему ни на кого? Я еще раз говорю, вы здесь находитесь нелегально. Она не подстроена под наши тела. Меня это меньше всего. Наши энергии защищены. Кто тебе такое сказал? Мне стоит посмотреть на мой лазер, и все твои энергии уже не будут защищены. Пробить тебя мне стоит 1 секунда. За Грейв я вообще не говорю. Я полагаю, вы реально не понимаете, насколько серьезной ситуации вы попали, рептилоид с Грей. Альтернатива этому разговору сегодня. В моих руках появляется живая плазма. Хорошо, Грей. Не хотите мясорубку? Придется вам с рептилоидом дать вот такую вкусняшку. Мы видим, что ты воин, и не говорим про тебя. Мы говорим про обычного человека, который не знает про свои защиты. Мы же защищаем свои энергии и знаем про тонкие тела и эфирные перемещения, в отличие от вас. И почему ты все это, зная, рассказываешь мне о каком-то контракте мистическом, который был заключен с какими-то странными людьми в какое-то время на Земле, которые давно уже не живут на Земле? Это дает нам право. Не понимаю до сих пор. Ты что, моих аргументов не слышал? Нет такого. Слышал. Я говорю в общем. Нет на Земле такого человека, который мог подписать от всего человечества контракт за вами. Он недействительный. Здесь нужно согласие всех и одно правительство. У нас на Земле никогда не было одного правительства. Может, было, но мне об этом неизвестно. И согласие людей ни один никто не давал вам. Разве что за исключением тех, кто действительно хочет установить контакт с вашей цивилизацией. Добровольно. Спрут, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью, отсасывай всю жидкость, возвращайся назад, докладывай готовность к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Присоски сдавливали голову ей. И он внутри находится в жидкости в какой-то голове. Кошмар. Что ощущал человек, Спрут? Давление черепное. Каша была в мыслях? Была. Боли были головные? Давление было. Давление. Хорошо. Светлана, вот причина вашего давления. Снял все. Хорошо. Демон, что у тебя осталось? Осталось у него на ногах. Хорошо. Выходи, что отключайся. Ты? На месте доложишь, ты все снял. Утяжелители на ногах. Снял. Демон, есть лярвы в биополе Светланы? Да. Ты хочешь их получить? Хочу. Разрешайте их забрать. И возвращайся назад. Но они в спине были боли от конструкции, они вниз съезжали. По позвоночнику, да? Да, вниз живота. Угу. Готово. Хорошо, возвращайся назад, инсектоид, выходи, отключай свой инкубатор полностью, вытаскивай все, все крепления и возвращайся назад. Приступай. Там потомство у него пищит. Ну вот вовремя достали. Готово. Это не первый инкубатор за 4 года. Хорошо. Так, все вытащили. Даю команду сканеру. Сканер, проверь, есть ли еще что-то в биополе чужеродное. Пошел скан. Нет, чисто. Хорошо, подхожу к Светлане, помогая моей энергии, сделать импульс высоковибрационного шока удара и отстегнуть все каналы к интерферентам и их под ключком. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Отсекаются. Открывая портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон со своей воронкой уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Инсектоид, готов уходить?
Да, он готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Спрут готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут забирает все, что с тобой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Рептилоид, сколько этот контракт, о котором ты рассказывал, действует? Пока бессрочный. А когда, сколько ему лет, я спрашиваю? Около 100. Около 100 лет. Хорошо, мне эта ситуация не совсем понятна. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, я приветствую тебя. У нас здесь рептилоид с двумя греями. 13 лет сидели со своей конструкцией. 8% души я у них забрал. И они что-то рассказывали о их праве находиться в этом биополе на основании какого-то заключенного около 100 лет назад контракта с кем-то на Земле. Душа сама дает согласие. Я им то же самое пытался объяснить, но они говорят, этот контракт действует. Ну, что ты с ними? Забираю. Хорошо, благодарю тебя. Конструкцию уничтожить? Да. Открывая под конструкцией портал в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Отлично. Клетка пустая, да? Да. Поехали по частотам. Готово. Хорошо. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она арктурианка. Она счастлива знать это. У нее потеряна связь с Арктуром, потому у нее нет радости. Светлана, вы можете пригласить своего куратора и задать ему 10 вопросов. Я думаю, никаких проблем с этим не будет. Пусть тонкая копия Светланы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 570. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Светланы до числового значения 570 Гц. Пошел подъем. Готово. У нас кураторы в комнате. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Светланы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Это мужчина, сына формируется. Я приветствую всех в этой комнате. Я здесь, чтобы помочь Светлане активировать ее экторианский стержень. Без него она чувствует себя потерянной и незащищенной. Защищается только эмоциями и биороботом. Внутренние энергии должны быть восстановлены. И связь налажена. Так она будет под защитой. Дай мне, пожалуйста, твои руки. Простите, вы не могли бы представиться? Как нам к вам обращаться? Ан. Ан. Вы куратор, Ан? Да, я куратор. Хорошо. Прошу прощения. Я бы хотел закончить процедуру активации. Пожалуйста. И налаживание контакта. Хорошо. Через мои ладони в твои проходят нити энергии Арктура. Они проходят через тебя, активируют твой стержень и выходят через коронную чакру, следуя к Арктуру. Таким образом, мы все связаны телепатически. Знание, кто ты, принесет тебе радость, счастье и защиту. Благодарю. Защита активирована. Благодарю вас, уважаемый Ан, за этот внезапный. А теперь я бы хотел бы поблагодарить вас, нарушив вашу работу. Без проблем. Это наша работа. Вы не нарушили. Вы пришли как раз, когда мы уже закончили. Позвольте на этом месте вам преподнести скромный подарок, который получает от нас каждый куратор и каждый учитель, который посещает нашу комнату диагностики. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. И мы спрашиваем разрешение куратора Ан передать ему этот скромный подарок, знак благодарности за сегодняшнюю встречу. И просто он добрые воспоминания. Великолепный и неожиданный подарок. Еще раз благодарю вас за то, что есть возможность вот так встретиться со своим подопечным и наладить связь, без которой душа мучится в теле. Теперь радость и гармония души обеспечена. Благодарю. Благодарю я вас. Передавайте привет Арктуру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных, готовы открыть им двери со своей стороны, в которые они пойдут дальше.
сами. Благодарю вас за это. Во благо. И всего вам наилучшего. Я говорю, до скорых встреч, уважаемая Анна. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Светлана, вот вы и с куратором своим быстренько познакомились. Он пришел и активировал ваш стержень акторианский. Как вы себя чувствуете после чистки? У меня нет слов. Это больше, чем я ожидала. Замечательно. Я вся киплю изнутри этими энергиями, и я их люблю. Это мое. Благодарю вас. Во благо. Теперь я нашла себя. Работайте над собой, сбрасывайте негатив, заправляйтесь энергиями, читайте манифест. Вам все передаст наш администратор после сеанса. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Светланы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.